Итак, друзья, всем привет! Сегодня наконец-то мы делаем следующий апгрейд по нашему дирсерфу. И это будет замена крепления вот этих стареньких моих на вот эти прекрасные MBS X3, по-моему. Короче, маунтибордические крепления, очень хорошие, зарекомендовавшие себя на рынке. Я их очень долго искал, вот уже второй год я пытаюсь их найти, и вот случайно они попались новые. И сегодня мы их поставим и даже, возможно, затестируем за городом. Дёрт-серф придумали в далекой Австралии, по-моему, в начале 21 века. Здесь на моем дёрт-серфе стоят топовые тормоза. Вид ББ-7, топовая механика, очень надежные, очень хорошо тормозят, проверено не раз. Вот, помимо этого я еще приварил передний тормоз, вот здесь вот, здесь свеженький шов. Вот, и тоже очень хорошо себя ведет, проверено в Крыму, на всех этих горках. Кто хочет попробовать покататься на дюрсерфе, пишите мне. Очень сильный снаряд. По скорости я разгонялся больше сотки. Я там уже не замерял точно. Машина рядом ехала. И спасибо Денису Коновалову, который начал искать вдруг неожиданно маунтиборд. Я ему, можно сказать, хотел помочь в этом, но случайно нашел вместо маунтиборда эти прекрасные крепления МБС. Вот, наконец, мы открепили мою старую штуку. На этих креплениях я выигрывал 2 соревнования. Первые места занимал по даунхиллу и по асфальту. То есть они оправдали себя, но при тряске вот эта вот штука разбалтывалась, в общем, и нога немножко начинала вылетать. Поэтому приходилось ее на ходах запихивать обратно. Ну нифига себе. Охренеть. Тут крепеж. Ну что, ребят, походу я сделал очень крутой крепеж. Ну вот одну мы сделали. Все хорошо, только вот нога не очень сильно достает до заднего тормоза. Здесь надо будет делать такое утолщение, какую-то накладку. Я даже не знаю, из чего ее сейчас делать. Армированный скотч, ребят. Надежная вещь. Клейкая. Вот так вот она выглядит. Само собой, еще и другое потом сделаю. Конечно, бьет. На таких ходах вылетать в ямы не очень клево. Ну так вообще зажим очень хороший. Можно вообще маневрировать достаточно клево. Если уверен в резине, которая как бы сейчас под даунхилл, в принципе, подстроена. Оп. Дороги у нас в России. Полный трэш. Мы сейчас подъезжаем к Авгуловской трассе, вот этой, которая типа платная. Вот, сейчас будем проситься, чтобы пустили покататься. Может, платно.
может бесплатно. Ну, похер, в принципе, на бабки. Она того стоит. Сейчас мне охранник сказал, что надо идти платить бабки в гостинице. В общем, только что я посетил гостиницу. Вот это вот, оказывается, абонемент разовый на одно, на целый день. Короче, вход стоит 250 рублей всего лишь. 250 рублей платишь, катаешься вот здесь, вот сколько хочешь, на чем хочешь. Наши испытания продолжаются, но уже и так все понятно. Крепления очень хорошие. Очень легко снимаются даже при натяжке. Сколько щелчков? 4 щелчка. Мощная клипса, легко отстегивается. Уголки мощные, дюралюминиевые, очень хорошие. Ногу фиксирует просто прекрасно. Больше всего мне нравится, что перестало, в отличие от моих прошлых креплений, перестало вот это хлябать. То есть сюда можно ногу вгонять сходу прямо. Вот, так что я очень доволен. Эта штука единственная, что холит ногу вот этими гранями. Ну, помните, да, это брусочек. Вот, но я это все переделаю потом на более мягкую подставочку. Вот, как бы все позитивно. Сейчас пойду попью водички и продолжу веселоху. Я снова иду пить водичку. Бесплатно. Холодненькую. Местечко огонь. Просто 250 рублей. Катаюсь. Я забыл про тех, кто еще не знает, что такое дёрсёрф. Дёрсёрф — это летний аналог сноуборда. Все очень просто. Колеса 20-дюймовые от BMX. Вот. А крепление от маунтиборда. Единственное сложные запчасти — это вот эта вот рама передняя и задняя. Тормоз приводится вот этим рычагом. С ногой. Двигаю. Все работает.